Посеяли, может быть, были бы другие. А ширина вот этого концентрат-хедера сколько? Жатка 7 метров. 27? 7. О, я испугался. Вот это да. А там дальше, видать, железная дорога. Сегодня у нас 3 сентября 2021 года, поселок Потеряевка, Мамонтовского района Алтайского края. Просторы какие, леса, погода хорошая. Только жить и радоваться, благодарить Бога. Гектар 20.
еще в другом месте же у вас есть? Да. Ну там что-то вроде бы она более засоленная. Ну вот, это первое подошло, это убираем. А вы узнаете, что готово к уборке просто на глазок или какие-то данные нужны, чтобы сошлись? Влажность там? Влажность. Влажность меряем каждый день. А вот высоту, где стричь, она сама машина показывает там? Или вы все время поднимаете? Поднимаю, опускаю. Это уж глаз наметанный такой. Почем килограмм-то? Неизвестно еще. Где-то 40-45 рублей. А пшеница? 13. Да нет, на разницу. Вот так. За один раз сколько увозит его? Где-то 4,5 тонны. Бункер. По одному бункеру возим. Кузов немножко побольше. Может быть, 1,5 бункера, но мы по одному возим. Да. Дальше. Это матушка. Я такой.
это даже сюда. Господи, благослови. Мы молимся об Игоре Барабаш, каждый день Евгений Долгов. В соседней деревне живет у нас помощник такой хороший. Вот в этих сейчас уже 1000 гектар, наверное, с чем-то. А у того то ли 4600 или 6400, не знаю. 6, кажется, 400. Я не знаю, нынче это мы так вспоминаем молитву. Голова Андрея, у него тоже что-то там было. Ой, слава тебе, Господи, посмотрел. Прокати нас, Петруша, на тракторе до околицы, нас прокати. Или за околицу.